Хочу поблагодарить детей, родителей и сотрудников школы НС за оказанную помощь нашим подопечным семьям. В марте вы собирали вещи, одежду, средства гигиены, еду для наших подопечных семей. В рамках проекта «Профилактика социального сиротства» мы помогаем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и часто там есть угроза того, что ребенок пойдет в детский дом. И еще помощь пойдет проекту «Теплый дом». Это центр временного пребывания для мам с детьми. Одновременно там проживают 6 семей, у которых нет поддержки родственников, нет своего собственного жилья для безопасного проживания вместе с детьми. И мамы с детьми живут у нас примерно 8 месяцев. За это время удается решить самые разные проблемы. Мы им оказываем разную помощь, в том числе материальную, вещевую, полностью обеспечиваем всем необходимым. Через некоторое время семьи от нас уходят в самостоятельную жизнь, и дети остаются в кровной семье. И для нас очень важно, что благодаря вам мы можем оказывать помощь семьям, которые находятся в очень трудной ситуации. Спасибо вам за участие в акции.